Весовая категория до 100 кг, чемпионат Европы Ю-23, город Будапешт. И сегодня это Илья Суламанидзе, триумфатор весовой категории до 100 кг, представитель Грузии. Поэтому в очередной раз я порадую моих грузинских болельщиков и подписчиков, да и вообще тех, кто любит просто красивое дзюдо. Илья Суламанидзе его сегодня показал всем. Сейчас это первая встреча против швейцарского спортсмена, его фамилия Эйх. И вот такой красивой спиной с колен Илья Суламанидзе заканчивает эту встречу. Проводит бросок на япон, просто прекрасный бросок. Кстати, это его фирменный стиль уже, его фирменная спинка. И теперь полуфинал против соотечественника грузина Чиковани. Очень длительная схватка была, очень напряженная и интересная. Почему Илья Суламанидзе начал с четвертьфинала? Я думаю, для многих это не секрет, что если вы по рейтингу имеете очень высокую позицию, как Суламанидзе, то вы начинаете как можно дальше стадии. На этот раз это оказалась стадия четвертьфинала. И, как видите, под ваши должи имеют спортсмены Суламанидзе и Чиковани. Кстати, в этом моменте Чиковани был близок, чтобы за одну секунду до конца сконтрить Суламанидзе и выйти в финал. Но схватка продолжается уже в голден скоре. Видно, что спортсмены друг друга неплохо знают. Даже очень хорошо осторожничают, как это обычно и бывает при схватке между двумя соотечественниками. Ну и Суламанидзе либо на опыте, либо он действительно более сильнее или активнее, у него есть какое-то второе либо третье дыхание. Он контролирует полностью эту борьбу. Он явно имеет какое-то преимущество. По нему видно, что он больше пытается бросить своего соперника. И вот этот... Техническое действие было последним со стороны Суламанидзе, перед тем, как рефери решил дать третий шидо Чиковани. И в финал вышел нами всеми любимый Илья Суламанидзе. И финал против венгра. Очень тяжело было бороться. Венгра поддерживали трибуны в Будапеште. Этого венгра фамилия Век. Имя его Сомбор. Тоже его можно увидеть на соревнованиях взрослых. И вот чем интересна была эта схватка, это тем, что венгр бросил Суламанидзе на вазари. Мне показалось, что там не было вазари, но пересмотрели повтор. И как вы сейчас увидите, судья покажет, что оценка вазари засчитана. И тем интереснее финал, за 30 секунд от начала сразу же бросил. Заработал оценку венгр, и Суламанидзе сразу пытается, конечно же, наверстать, восстановить преимущество, точнее, хотя бы восстановить равенство на табло. И здесь у него это получается. Прекрасная подсечка. Немножко не докрутил на япон, но очень красиво и зрелищно. И тем интереснее финал стал. Продолжается борьба. На часах минута 40. И фирменная спина с колена Суламанидзе. И он решает эту схватку и заставляет умолкнуть трибуны арены в Будапеште. И Илья Суламанидзе, чемпион Европы до 23 лет. Друзья, спасибо всем за внимание. Ставьте лайки Суламанидзе. Всем до новых встреч.